Добрый день! Давайте посмотрим, что у нас сегодня происходит на звездном небе. А на звездном небе у нас сегодня такая напряженная ситуация. Вот если посмотреть на картинку, количество красных аспектов как-то вот преобладает. Но это будет недолго, буквально пару дней, и ситуация немножко уравновесится. Сегодня Луна движется по знаку Овен, а это такая достаточно сложненькая Луна. То есть настроение у всех может немножко не контролироваться, так скажем. Однако это будет недолго, буквально уже к вечеру Луна должна перейти в знак Телец, и с завтрашнего дня ситуация изменится. Овен. Что касается Овнов, сегодня вам нужно быть как никогда внимательными, осторожными и, есть такое понятие умеренность. Вот укрутите его сегодня на максимальную мощность. Мало того, у вас в оппозиции еще и Солнце с Меркурием, и там же еще и Юпитер. В общем, сегодня попробуйте быть белыми и пушистыми. Не у всех это получится, но тем не менее попробовать стоит. Телец. Ну, ситуация у тельцов достаточно такая динамичная. Завтра ваш знак переходит Луна, и что-то очень интересное и веселое обещает вашу жизнь. Послезавтра она сделает симпатичный аспект к Марсу и Венере, которые в Деве. И что-то такое, вот как поет Таисия Повалий, пусть вам повезет в любви. А вам именно повезет. Близнецы. В целом, вот переход Солнца и Меркурия в Весы – это очень хорошая позиция для знака Близнецы. Совсем скоро туда перейдут Венера с Марсом, и напряжение в вашей жизни станет значительно меньше. Тем не менее, пока и Солнце, и Меркурий движутся в хорошем для вас положении, используйте это время. Здесь еще и Юпитер симпатичненько смотрит в вашу сторону. Рак. Сложный сегодня день может выдаться у раков, потому что и Солнце с Меркурием напряжение, и Луна сегодня будет создавать напряжение. Так что сегодня, я не знаю, вам сегодня нужно ходить в таком бронежилете. Ничего страшного, буквально завтра уже Луна переходит в Телец, и ситуация, изменится в лучшую для вас сторону. Тем не менее, пока и Солнце, и Меркурий в напряженной к вам ситуации, будьте внимательны со своим здоровьем и к своей нервной системе. Зато совсем скоро переходит в Скорпион Юпитер, и будет вам счастье на ближайший минимум год. Лев. А у Львов как раз наоборот. Сегодня Луна создает симпатичненький сюжет для Львов. Что-то интересненькое может произойти в вашей жизни. Зато будьте внимательны к себе и к окружающему миру завтра-послезавтра. Завтра-послезавтра возможно некоторое напряжение. А продолжение недели будет достаточно ровное. Дева. Сегодня даже я не знаю, как сказать, Луна создает такой-то не лучший аспект знаку Дева, но зато приготовьтесь к тому, что завтра и послезавтра у вас будут какие-то очень интересные сюжеты. Прежде всего, это сюжеты будут касаться личного плана, то есть Луна внесет в вашу жизнь какие-то очень гармоничные и симпатичненькие варианты. Весы. Сегодня может Весам быть немножко сложно. Вот примерно как в знаку Рак, только еще немножко хуже. Потому что Луна создает напряжение именно к знаку Весы. Оппозиция к Солнцу, к Меркурию, чуть позже к Юпитеру. То есть попробуйте сегодня быть внимательными, осторожными, аккуратными. Вы сегодня будете, как знаете, на вулкане находиться. Луна перейдет завтра в Телец, потом она перейдет в Скорпион, так что очень симпатично у вас ожидается вторник-среда. Возможно, даже понедельник, вторник-среда какие-то очень приятные сюжеты будут в вашей жизни. Скорпион. Сегодня более-менее, но вот завтра Луна переходит в оппозицию к вашему знаку, и я бы рекомендовал субботу, воскресенье и часть понедельника как-то быть более уравновешенными, более спокойными, потому что эмоциональный фон будет давать некоторые сбои. Но зато совсем скоро ваш знак перейдет в Юпитер, но об этом мы поговорим потом. Стрелец.
Луна сегодня прекрасный аспект дает знаку Стрелец. Мало того, она затрагивает еще и Сатурн, который находится в Стрельце. То есть сегодня какой-то день повышенных возможностей, повышенных способностей. Используйте этот день по максимуму. Внимательность рекомендую Стрельцам понедельник-вторник. Луна будет в оппозиции к вашему знаку и может немножко какой-то дисбаланс присутствовать в вашей реальности. Козерог. Ну, козерогам сегодня вдвойне сложно. И Солнце с Меркурием создает напряжение, и сегодня еще и Луна создает напряжение. Немножко терпения, внимательности до вечера. Вечером Луна перейдет в знак Телец, и будет в вашей жизни какие-то хорошенькие, позитивные сюжеты. Несмотря на напряжение со стороны Солнца, завтра-послезавтра что-то у вас должно произойти интересное. Тем не менее, пока Солнце идет в напряженном для вас аспекте, особо не рискуйте, особо не, скажем, не поднимайте ничего тяжелого, то есть не создавайте лишнюю нагрузку. Водолей. И Солнце, и Меркурий, и Юпитер создают прекрасный аспект к знаку Водолей. А совсем скоро еще и на вашу сторону перейдет Венера с Марсом, будет вам вообще замечательно. Тем не менее, суббота и воскресенье рекомендую осторожность и внимательность, потому что Луна будет в напряженном для вас аспекте. Потом она перейдет дальше, и когда она будет находиться в Близнецах, это где-то вторник, среда, что-то симпатичненькое должно нарисоваться в вашей жизни. Рыбы. Ну, рыбам хорошо как минимум то, что Солнце с Меркурием уже ушло из оппозиции, напряжение стало меньше, тем не менее Венера с Марсом по-прежнему находится в оппозиции к вашему знаку. Рекомендую не устраивать выяснение отношений, не устраивать скандалов. Это сейчас не лучшее положение. Вот потом, когда Венера перейдет в Весы, тогда занимайтесь чем угодно. А сейчас будьте более терпимы к своим ближним. Мало того, рекомендую обратить внимание на понедельник-вторник. Луна будет в слегка напряженном для вас положении, то есть нервные клетки могут... Будет такое испытание на прочность ваших нервных клеток. В целом, если смотреть картинку, да, напряжения много, но это позитивное напряжение, напряжение, которое дает возможность подняться на ступеньку выше. Так что независимо от положения планет, желаю в этой неделе удачи всем знакам зодиака.